предохранители, дурень. Привет, старик. Рауль Менендес был здесь сегодня? Сержант Вудс! Рауль Менендес, лидер Кортис Ди. И самый опасный террорист со времен Усамы Бен Ладена. Сказал Мирмана. Это сестра на испанском, дебил. Парни, лучше соберитесь, ваша мать. Он готовится к атаке. Если тебе известно об угрозе национальной безопасности, ты должен нам сказать. Включи камеру. Твой старик отлично справлялся на Аляске, пока, сука, Хадсон не явился. Пап, мне страшно. Помоги. Тебе уже 7 лет, Дэвид. Хватит ныть, не маленький. Ненавижу тебя. Дэвид, стой! Сержант Вудс возглавил тайную операцию по ликвидации контрабандистов оружия в Анголе. Сегодня утром мы потеряли с ним связь. Так езжайте за ним, ЦРУ. Тут вам что надо. Ангола кишит кубинцами и русскими. Нам туда нельзя. ЦРУ решила похоронить дело. Вудс и его людей больше не существует. У нас есть все для вас, Мейсон. Только скажите. Дэвид побудет с Дженни, как и раньше. Она любит с ним возиться. Все будет в порядке. Ты же говорил, что не вернешься в армию. Ты обещал. Дяде Вудсу нужна помощь. Он бы мне помог. Или где меня держат с помощью спутника-шпиона? Одного из этих 09-х. Этот малыш выплевывает капсулу с пленкой, подлетает Си-130 и подбирает ее на высоте 9 километров. Пленку надо было обработать, проанализировать и доставить. Все вручную. Это был долбанный геморрой. Джонас Савимби. Думаешь, я совсем сдурел? Прикончил. Иногда спасать поздно. Нам надо идти, чтобы не последовать за ним. Миномет на огонь означает, что МПЛА готовится к атаке. Если им нужен бой, они его получат. Вперед! Мейсон, как слышно? Ты где, Хадсон? Я в воздухе к северу от вас. Силы МПЛА направляются к вашей позиции. Знаем, Савимби ведет контратаку. Уже в Янгеле, это уж точно. Что с Вудсом? Нам
Я пропал без вести во Вьетнаме. Но твой старик думал, что я погиб. После всего, что с ним сотворил Кравченко, все эти цифры, и Резнов ему крышу снес. Да он не отличал действительность от глюков. Да и кто бы и отличал, твою мать, Кравченко. Выходит, когда я порезал ублюдка на кусочки, спас всем задницы. Бац. Добро пожаловать в Хилтон Ханой. Через 6 месяцев меня переправили в Дананг. А по сравнению с ним, даже Хилтон прекрасен. Из моей группы 17 погибло. К 72-му остался только я. Я не собирался подыхать в сраном болоте! Подхожу к конвою! Барша соответствует описанию Савиби. Вудс должен быть там. Подлети ближе! Твою ж мать! Мы под сильным огнем! Мы падаем! Прыгай, Мейсон! Прыгай! Зачистить палубы! Много катеров по нашу душу. Без боя они нас не отпустят. Они пристраиваются к
Мейсон. Все чисто. Открывай контейнер. Помоги-ка мне, Мейсон. О, господи. Вот, ты там, брат? Трупы уже начали разлагаться. Они мертвы уже несколько недель. Я, Мейсон. Что они с ним сделали, Хадсон? Наверняка привлекли внимание всех солдат МПЛА в этом районе. Надо уходить. Давай, Вудс, я помогу. Я тебя держу, брат. Впереди деревня. Антенна означает, что у них есть рация. Можно связаться с Авимби и вызвать подмогу. Стоим. Давай за то бревно. Какого черта тут кубинцы забыли? Это же просто дети. Идем. Высовывай свою башку. Не шевелись. Пусть пройдут. Ладно. По моему сигналу бежим к деревянному дому. Давай. Шевелись. Еще один патруль. Как пройдет, уходим в траву. Comiencen la búsqueda en el puesto 1 y desplácense hacia el oeste.
Si no nos encontramos antes de que caiga la noche, no los vemos de nuevo. En cuanto los encuentres, avisamos por radio cuál es tu posición. Pongan hombres en los perímetros para que se cuelen. Хорошо. Не высовывайся из травы. Оставаться на месте, они перед нами. Так, все чисто. Выходи из травы. Ты выживешь, Фрэнк. Я присмотрю за Вудсом. Будь осторожен. Постарайся не привлекать внимания. Политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой чистоту на... Ты меня убьешь, да? Ни шагу, или ты, мразь, конец! L'americano le sta di Siena, che non son huevan. Заткнись! Él piensa que está al control, pero él no es. Заткнись, сказал! Опустите оружие! Богом клянусь, я его прикончу! Los americanos no saben nada de la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrar. Ох ты, зараза! Давай на берег! Подмогу вызвал? Нет, мы сами по себе! Давай к реке! Твою мать, Мейсон, да нас половина деревни преследует! Что за херню ты там устроил? Заткнись, Хадсон! Нас догоняют! Надо выиграть время! Из браконьерских площадок! Давай наверх и прикрывай нас! Я держу, брат.
живее! Давай, Фрэнк, мы выберемся отсюда. Нет. Долбаные русские. Зараза, выхода нет. Что за... Думали, я вас брошу? А? Давайте быстрее! Ну, он с нами, Мейсон. Меня хрен убьешь. Меня хрен убьешь! Благодаря твоему отцу, он всем рискнул ради меня. Ради дружбы и чести. Пытался убить Менендеса. Менендес решил отомстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем в Никарагуа. Он ему по наследству достался. ЦРУ пришило его старика. Старый циклоп жутко зол на Америку. Проблема не только в том, что у него хватает денег отомстить. Пока мы маемся хернёй на Ближнем Востоке, русские с китайцами хорошо устроились. А политики выставляют все так, будто дело в идеологии. Хрень все это собачья. Дай телефон. Батарейки, источники энергии. Весь мир от них зависит. А кто все это контролирует? Китай. И пока корпоративная Америка лежит зад Китаю... Это сраный Рауль Менендес. Козел. Я сказал Аксону, они заняты. Что ж, гонка дронов началась. Серьезно? Вы хотите создать целую армию на основе одного минерала, который полностью контролирует Китай? Выпить. Эй, дурень, принеси газировки. Возьми из нычки медсестер. Премьер Китая. Правительство США много дерьма успело навалить. Но тут оно и правда было ни при чем. И это делает Кордис Ди еще популярнее. Директора ФБР нашли мертвым. Сожгли заживо. В данный момент миллиард человек верит, что Рауль Менендес – мессия. Это не так. И советую побыстрее нахрен от него избавиться. Иначе плохо будет. Ты посмотри! Да Менендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. Немного неровная. Сильнее прижимай на перчатки. Пока все нормально. Готов? Ладно, пойдет. Мой черед.
еще раз. Поехали. Благодаря тебе. Прямо двери нараспашку. Их тут едва больше минимального расчета. Легче легкого, крошка. Не стоит недооценивать Рауля Менендеса. Его последователи явно так и делали. Кстати, а что именно означает Кордис Ди? Это латынь. День сердца. Или какая-то херь вроде этого. Звучит благородно. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся. Левую сторону держите? Порядок. Ждем твоего сигнала. Кракен! Это Харпер! Прием! Враг готовится покинуть территорию. Ждем приказов. Нам нужны точные данные об их возможностях. Вам разрешено открыть огонь. Сектор, ты это видишь? Да, как его сниму, пошли. Эм и граната уничтожат их маскировку. Их там у баку атаки! Срань!
Ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Салазар, открывайте. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. Тебе бы переодеться! Они тебя не заметят! Лот не возьмет! Рассредоточиться! Зачисти территорию! Технологии 3D-производства, компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Вудс рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть. Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Эта лаборатория связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись нахер! Ложись! Хватай эти щиты! Устанавливай как прикрытие! Как ты серьезно настроен?
же Целерий! Сюда! Открыть замок могут только два человека. За мной! Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. С подкреплением или без. Это не конец. Я на него! Сектор, твоя группа может отдохнуть. Это Брикс! Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, Сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам Целерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто. Лишь жалкое подобие человека. Усправиться с Менендесом пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Гера Фрия. Он с детства наблюдал, как Контракс насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново, продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила? Твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Представление начинается, Мейсон. Что ты видел, Вудс? Песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах. Я отведу вас к лидеру маджахедов. Он поможет вам разыскать Рауля Менендеса.
У нас свежие лошади. Вы поедете за нами. Точняк. Ну, поехали. Мейсон, это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз направляемся в лагерь маджахедов. Думаю, не стоит напоминать, что о нашем присутствии никто не должен узнать. Если Россия узнает о нашем вмешательстве в Афганистане, будут серьезные последствия. Об этом узнают только если нас схватят. А этому точно не бывать. Надо спешить. Мы считаем, русские вот-вот начнут штурм лагеря. Мейсон, подай катку! Если русские и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Оружие даст им преимущество. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Я-да! Бурумирон! Ты веришь в свой план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Надо спешить. Мы должны помешать им войти в долину. По коням, Мейсон! Техника точно не пройдет. Вудс, Мейсон, они бросили на вас все свои силы. Враги по всей долине. Маджахеды доложили, что с севера идут вражеские танки. Тупая сила, численное преимущество. Ты ведь этого и сдал. Я не этого хотел. Неплохо, Мейсон.
вертолеты нейтрализованы. С запада приближается группа вражеских вертолетов. Уничтожите их. Так точно, Хадсон. Предоставьте это нам, Хадсон. Что больше не видел этих цифр, но не знаю. Я в этом не уверен. Черт! Мейсон, тебе стоит на это взглянуть. Это еще не конец. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу! Вы со мной? Какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кусок говна! Конечно, он замешан! Кравченко должен умереть. Пару раз я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь Резнов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? А может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал... Ты ведешь дела с неким сальвадорцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь?
Иди в жопу! Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка! Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне! Я могу убить тебя быстро! Рассказывай о Менендесе! Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Но этому не бывать. Он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги трахает! Да что ты, молоко? Чёрнахо! Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет. Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. Без воды и укрытия ты продержишься день. Если повезет! Заживо похороненный. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. Ха, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творится. Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этой мразью Менендесом. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты. По-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен! Надо было посильнее тебе врезать! Вудс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьега предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал на Риге чек на $1 000 000, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Выдвигайтесь. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым.
Я же просил меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Здесь у монстра! Рада два дня! Юсмино! Quítenlo! ¡Está loco de remate! ¡Denle un sedante! ¡Téngalo quieto! ¡Rápido! Josefina. ¡Despierta! ¡He dicho despierta! Se lo quito. ¿En silencio? Sí, no somos cuatro para restringirlo. Nos никто не видел. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Назовем это одолжение. Сестра Менендеса Жозефина погибла при взрыве? А кто гранату бросил? Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Фанголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. А потом он швырнул нас в эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да, как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил? Кто эта девушка? Неважно, она не наша цель. Шлюха, наверное.
Люди на рейде приближаются. Пошли. Круто. Давно пора нафиг. Патрудя! Впереди перестрелка! Люди на рейде прорываются через реку. Не хочу я сражаться вместе с этими козлами. Поверь, Вудс, парни из картеля круты. Еще спасибо им скажешь. Пулемет во мне! Здание справа! Стоп. Нет, не может быть. Что? Чертов Нарьего! Его люди должны были взять Менендеса. Твою мать, Менендес, ты покойник! Вудс! Фрэнк! А ну живо соберись! Ты не знаешь, что этот урод сделал со мной в Анголе! Не стоит. Мы же на задании. Он идет к дому. Мы его возьмем. Возьмем вместе. Вудс, Мейсон, коксовая лаборатория в подвале. Нужно зачистить там все. Ищу любую информацию о картеле Менендеса. Поймайте козла, тащите ко мне. У меня заговорит. У тебя приказ, сержант. Не спускай глаз с Вудса. Снова увидев Менендеса, он сорвется. Не волнуйся, Хадсон, я его прикрываю. Давай побыстрее. Не хочу упустить главный трофей. Готов, Мейсон? Empaquen! Nos vamos! Escuchamos un disparo. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. ¡Podemos portar todo! Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. ¡Dejen de discutir y muévanse! ¡Rápido! Thank you.
хера? ЦРУ? Давай, Мейсон! Пуэль дисparar! Está terminado! Tiene un batirador! Están avanzando! Сраные наркоманы! Хадсон! Выцелил этого ублюдка! Он в доме. Мы идем к нему. Выдвигаюсь! Не надо, Вудс. Мы контролируем ситуацию. Черт, Вудс! Вудс! Живее, Мейсон! Я упустить этого ублюдка! Помедленнее! Твою мать, Менендес, не покойник! Al camión. ¿Listo? 3, 2, 1. ¡Levanten! Фрэнк, все в порядке. Выведите его. Что случилось, Хадсон? Где Менендес? Вот он, в мешке. С этого момента здесь ничего не было. Всегда проверяй, что объект мертв. Вернулся. Ты еще злой, как черт. Моего отца ему не убить. В этом его давно уже опередили. А вот тебя он мог убить. Так почему ты до сих пор жив, Фрэнк? Будешь страдать, как я. Надоело мне болтать. Иди ищи. Известно только имя Де Фалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Де Фалко – правая рука Менендеса. Понятие сочувствия ему знакомо, но он им пренебрегает. Дрон-разведчик обнаружил это 2 дня назад в заброшенной тюрьме в Лахоре в Пакистане. Мы только на прошлой неделе потеряли связь с дроном-разведчиком в Пакистане. Погодите, ученый, которого мы взяли в Мьянме, говорил, что Менендес использует целлерий для разработки кибероружия под названием «Карма». А вдруг эта «Карма» нейтрализует наших дронов? Знаешь что? С этим Де Фалко можно немного поразвлечься. Немного. Может, выпустим пара? Разомнем немного кулаки. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс, Хадсон. Это их рук дело. За Жозефину. Сегодня твой отец умрет! Я пытаюсь! Может, управление заклинило? Враг близко! Вот так! Готово! Кира!
начинай помечать цели. Посмотрим, на что способен этот гад. Еще бойцы МВР. Пусть Клау идут первыми. Держитесь позади. Яйца на месте, а у тебя... Пошли! Антем прямо по курсу, идем! Просто полная жопа! Тут дрон ведет разведку! Твою мать! Если он нас увидит, нам хана! Погоди! У входа в канализацию солдаты МВР! Бери правого! Второй мой! Помощь от тебя! Все чисто, идем. Канализация идет прямо под Антемом. И правда грязная работенка. Сектор, мы на позиции у сортировочной станции. Вижу много противников. Наблюдайте, держите меня в курсе. Ты слышишь? Дядя. Они говорят о новом сорте. Из Саманка, урзяла дронс. Нам пора уходить. Из Кавахны, мера партии. Я получила партию новых зомби рядом с вашей позицией. Я знаю. Здесь Менендес. Я видел его во дворе. Он встречается с лидером МВР. Я свяжусь с Бриксом.
Адмирал, мы на позиции. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Антема. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор поля. Лау будут прикрывать вас на пути внутрь. Кроме них у вас ничего нет. Если уничтожат хоть одного из них, вы сами по себе. Ни в коем случае не упускайте из виду патрульный дрон. Если этот пылесос захватит цель, бежать будет. Если я попаду, то только к нему. Удачи, команда! С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса! Закрепить тросы! Впереди враг! Кажется, мы на верном пути. Пошли. Твой тот, что справа. Я за тобой. Так, сектор. Сканер готов. Подозреваемых у нас масса. Мы знаем, он где-то здесь. Шигер Хамаре Кадмо Парт. Это он. Киртаге, лекин саркарс, тихава дати ги, ки узко куч валум ги. Всем плевать, как мучается простой народ. Как и американцам. Да и китайцам. Во фикр карте ги, лекин худе ки файде ки лие, ор куч не ги. Поверь, друг мой. Твое содействие поможет положить конец преступной беспечности империалистов. Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Не попадайте под прожектор. Ну вот и они. Лучше спрятаться. Они говорят о сбитом дроне! Кохудж, Ратахэ! Кеун комалум хэ, ке апке танзео кисат мулакат хуи? Конечно, американцы постоянно следят за мной. Ун коан кисушке саке, патахэ! Черт, опять слишком далеко. Идем. Менендес. Похоже, с кем-то встречается. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились. Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. Данные по тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров. Я займусь этим лично. Храни тебя карма, Дефалко. Эти дроны меня уже достали. Пора идти, давай. Сюда! Пусть пройдет!
Пошли! Нельзя упустить Менендеса! Вот зараза, куда он делся? Салазар, мы упустили Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он! Входит на станцию с южной стороны. Транспорт для эвакуации подготовил? Пока нет. Тут слишком жарко. Займись этим. Эти парни у нас на пути! के बहुत अलग है सेंट्रल कंप्यूटर निकालना आसान काम नहीं इंसाफ का हुदूद इस मैकेनिज्म के साथ खराब रहेगा подобные вещи не проблема встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху ни черта не слышно поезд мешает идем в свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру И каждая напичкана всякой психологической хренью. Только Бог знает, что за хрень в них творили. Похоже, снова промокнем. Должны быть прямо над нами. Ладно. Попробуем еще раз. Конечно. Я не только в курсе проникновения. Я сам его подстроил. Ах, сука! Он знает о нас, сектор! Берегись, граната! Салазар, ты где?
вражеские СОКТЭ. Просим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для СОКТЭ. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, чтобы они были в хорошем расположении духа. Расчисти нам путь, сектор! Вот и точка эвакуации. Блин, теперь-то что? Брум-брум! Ты адресов! Спокойно. Американские войска, мне место в Пакистане. Тяньчжао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец, если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма. Кибероружие! Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Сначала главное. Карма. Икар-9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Принято. Икар-9, начинай снижение. Частота открытая, Фарид. Мы все слушаем. В доверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги.
архивный компьютер, наш шанс найти Карму до того, как это сделают люди де Фалко. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец связи. Так вот как же этот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую телочку. ОСД, думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Ломаешь, придется платить. Такой тут закон. Не понимаю, чего ты нянчишься? Пока представитель охраны не даст разрешения выйти. Так, спокойствие. Нет места! Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда. Биометрическое удостоверение подтверждено. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдешь сюда? Надо разобраться. Вот блин, ботаник. Я уж думал, нам точно каюк. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Здорово, мы из профсоюза. И это все? В Колоссе у народа не так много дел. Это еще что? Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Мы все попадем в ад. Себе. Невероятно просто, правда? Как думаешь, а во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. Без балды! Неудивительно, что Майнандес это поддерживает. Харпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Дела, красота! Пошел ты, мудак! Пока. Все нормально. Эй! Тебе сюда нельзя! Мы из профсоюза. Так, сектор, получилось. Валяй. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны. Все из территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Ну что, Зиги, пора за дело. Харпер, охрану подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Ясно. Осторожно, тут разрыв. Зигги перепрыгнет. Стоп. Что они делают? Уборцы. Ставят взрывчатку. Сначала им надо захватить Карму. Осторожно, Сектор. При контакте робот поджарится. Ладно. Похоже на часть системы фильтрации. Сервера необходимо содержать в чистоте. Я пытался все одно объяснять, что...
Это наш сигнал. Шокером, сектор! Идет сканирование. Это еще что? Это наемники. Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Давай, давай! Доступ получен. Готов? Enemigo atravesando la puerta! ¡Gana! Пошли! Фарид, мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Загрузи мне данные. Будет сделано. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид? Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Проверь грузовой манифест. Ключевое слово «карма». Ничего. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово «карма». Что-то упускаем. Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста «карма». Есть. Карма — это не оружие. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху, клуб «Салар». Сектор, ты слышал? Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Открой дверь комнаты Кау. Aquí vienen. Контратаки! Харпер, карма это не оружие, это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Ясно. Эй, это же та самая тёлка. Салазар, ищи другую дорогу к клубу. Найди позицию. Ясно. Для наблюдения за толпой. Я отправлюсь к Харперу. Хлоя! Хлоя, ты немедленно должна пойти со мной! Ты кто? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США! Отвали от меня нафиг! Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности! Террористы уже ищут тебя! Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя! Их послал Рауль Менендес! Держи ее, Харпер, мы уже идем! Он вип-лицо, удостоверение. Ладно тебе, чувак, внутри же все тёмно. Мне жаль, сэр, у нас сегодня много посетителей. Приятного вечера, сэр. Карпер, ты где? Мы на танцполе. Уже иду. Сектор, я на позиции на балконе клуба. Нам надо уходить, Хлоя! Сектор!
Не меньше 10 наемников. Берут заложников. Хлоя Линч! Хлоя! Не стрелять! Салазар, снять сможешь? Не попаду. Слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя! Ну! Нет! Открыть огонь! Валим его нахрен! Стреляй на ходу! Прикрываю! Есть! Карма у Дефалка! Ведем преследование! Отследи их перемещение, Фарид! Они не должны покинуть корабль! Перехватим его у атриума. Что происходит? Мы из ВМС США. Так, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй, посмотри на меня. Сосредоточься, слышишь? Это ладно. Надо сделать. Так, арсенал охраны. Что случилось? Дефалко взорвал сраную бомбу рядом с клубом! Девчонка у него! Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе! Фарид, можешь взломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55 готова. Открывай! Установить параметры. Отслеживать и защищать. Вооруженных лиц. Ну, могло быть и хуже.
Надо возвращаться на Обаму. Узнай, почему эта девчонка так важна для Менендеса. Командор Мейсон, сержант Уотсу. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегия живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фред, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. 5 лет, Марк. Мы женаты уже 5 лет. Когда мы заведем... Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думал, причина в завтрашнем дне. Причина во всем, Марк. Я хочу от жизни большего, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не перевезешь нас в очередную богом забытую страну. Этого мало. Давай, Фрэнк. Марк, мало. Привет, ребят. Привет, Макнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово? Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное. Подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было. Терзало изнутри. Но я не обратил... внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени. Ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь?
нет ответа. Будем продолжать по плану. 5 секунд. Пошли, пошли. Макнайт, Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудсон. Сигнала Хадсона. ЦРУ следит за каждым его шагом. Вряд ли он далеко уйдет. Нужно занять высоту. Группа Гольф, это Мейсон. Готов помочь. Прекратите огонь, когда мы уйдем с крыши. Никто, американцы. Блин, все еще проблемы со связью. Впереди! Слева! Я тебя прикрою. Давай, вот, все равно идем. Сосредоточься на помощи спецназу. Группа Гольф, говорит Мейсон. На крыше все чисто. Не стреляйте, мы выходим из люка. ВСО, прямо под нами! Объекта лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их мне. Все чисто. 225, вторая палуба. Восток. По
Поехали. Взять его. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. Позвони своему командиру. Опусти задницу в кресло. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Уже пророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект лже-пророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задница такой ценный груз. Цель Nexus? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Слишком много времени у него даже в ЦРУ есть свои люди. Долбанный Кравченко, помнишь, что он сказал в Афганистане? В лагере на Риеге был приказ ЦРУ. Что-то неладное тут творится. Задание — простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьега не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Эй, Фрэнк. Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. Твари с гражданскими обращаются не лучше, чем в Никарагуа. Они обдолбаны по самые уши. Вали их. Я займусь мусором. Давайте, долбанав, ты упоротый. Уничтожите их! Сдохни, обезьян! Валите отсюда! Идите по домам и сидите там! Мейсон, ценный груз все еще у тебя? Да, точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Трущобы – зона боевых действий. Я вправе защищаться. Перелор! Дайте мне оружие. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Ты что делаешь? Ты просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех нас лучше, чтоб тебя никто не узнал. А теперь пошел! Вот, займи позицию, я прослежу за Нарьегой. Войска США прорываются в город. Вторжение полным ходом. Идем на север. Войска США прорываются в город. Вторжение полным ходом. Идем на север. Следи за своими гражданскими. На балконе! Прямо справа! Где пехота? Оставаться в укрытии! У них на балконе тяжелый пулемет! Выбирай маршрут сам. Если разделимся, не волнуйся. Я за Нарьегой. Выходи по сигналу. Солдат.
говори, что его убил этот сраный жертвест. Только не это! Нориега. Нет, пацан. Мы все пешки. Тут полная жопа! До вторжения было не сильно лучше. Хадсон, это Мейсон. Мы почти у контрольного пункта. Осталось пара кварталов. Хадсон, проклятие. Черт его знает, что со связью творится, Вудс. Не переживай, Мейсон, техники вечно лажают. Что это слышишь? Слышу. Она серьезно ранена, Мейсон. Он убегает! Этот идиот сейчас нарвется! Американцы! Убейте! Руки не дай! Estamos perdiendo más! Fuera de mi vista! Consiga на стрелы были внутри! Надо бежать за ней! Я таки слишком мягкого с этим козлом! Помогите! На помощь! Вот срай! Откуда он взялся? Здесь, на выступе, четвертый этаж. Жопа! Они зашли в здание! Буки 1-2, запрашивай туда. Самый объект, отмечай цель маячком. С этой минуты тебе даже дышать запрещено без моего разрешения! Иди в жопу! В жопу? Мы только что оттуда. Уходи! Готовится вертолетный удар! Давай, уходим! Ладно, контрольный пункт впереди. Отлично! Жду не дождусь, когда передам этого козла кому-нибудь другому. Да! Мейсон. Хадсон, где тебя черти носили? Мы на контрольном пункте. Господа, ваш транспорт вас ждет. Сюда, сэр. Ценный груз все еще у тебя? Да. Так что это за цель Нексус такая? Что может быть важнее объекта Лжепророк? Просто доверься мне, Мейсон. Ты должен. Конец связи. Да, порой я сомневался в приказах. За свой отряд надо отвечать, за всех ребят до одного. Так точно, Фрэнк. Только все не так. Командование в жопе. Я солдат. Я получаю приказы и выполняю их. Вот, вы на позиции. Мейсон уже на позиции. Перехожу на крышу южного здания. На крыше западного здания. Отсюда отличная 102. Странная связь. Сюда. Все готово. Никто не должен знать, что я его предал. Его? Хадсон, цель Нексус — это кто? Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус — это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Они выводят эту мразь. Вижу объект. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Покончи с этим, Вудс. Стреляй в голову! Стреляй в его Давай, голову! Давай, что это у тебя такая рожа довольная?
Что за хрень тут творится? Что тут происходит? Нет! Нет! Мейсон! Дурак! Ах ты сволочь! Алекс Мейсон, твой лучший друг, погиб от твоей руки. Ты понимаешь, почему? Он собирался убить Дэвида. Потому что ты должен страдать, как страдал я! А теперь умрет еще один. Ты, Вудс. Или Дэвид. Решай, или через 10 секунд погибнете все! Вудс, я не могу. У меня двое детей. Они... Хрен! Меня! Давай! Давай же! Твою жизнь поглотит чувство абсолютной потери. Тогда и только тогда ты поймешь, что ты сделал со мной. Я не убью тебя, мальчик. Как и Вудс, ты будешь страдать вместе со мной. И когда-нибудь... Ты снова увидишь этот кулон. И ты вспомнишь все, что видел и чувствовал сегодня. Ты вспомнишь все эти годы ярости и боли. И когда вспомнишь, Дэвид, прошу, приди ко мне. Папа! Нет! Папа! Ничего не мог сделать, Фрэнк. Ты ни в чем не виноват. Мы с твоим стариком были лучшими. И даже мы не смогли его остановить. Времена изменились, старик. Скоро ему конец. Что там у тебя? А, ерунда, этот ваш Целерий. Ох, чтоб меня во все места. Погоди, друг. Есть! И это называется заперто. Какой-то придурок оставил запасной вход. Сеть Менендеса. Все страны, которым настанет жопа в новой холодной войне. Погоди-ка. Нью-Йорк? Вашингтон? Пентагон? Шанхай? Пекин? Гонконг? Менендес планирует атаку на Америку и Китай. Хочет одновременно избавиться от двух сверхдержав. У всех файлов одинаковый префикс 619. 619. О, Господи, 19 июня. Это же... Это завтра. Хуня де Симоновена.
День свободы. Отмена рабства. Отсукин сын. Свяжите меня с Бриксом. Адмирал, кибератака состоится 19 июня, завтра. Надо срочно отправляться в Йемен. Нет, вы отправитесь туда. Захватите Менендеса для допроса. Свяжитесь с Фаридом и ополчением Йемена. Нам нужна их помощь. Адмирал, это ловушка. Менендес с самого начала следил за нами. Если отправимся в Йемен, он лишь добьется своего. Собирайте людей. У вас всего 2 часа. Канал связи установлен. Принято, Харпер. Система отслеживания союзников не работает. Мы не можем пометить тебя как своего. И как бы ситуация ни складывалась, когда кругом засвистят пули, помни, раскрываться нельзя. Держись там, мы вытащим тебя. Мы почти готовы. Мы готовы, а? Да. Американцы идут, Фарид. Среди нас есть предатель. Но как? Кто? Это не важно. Я все равно на шаг впереди. Корди здесь ждут твоего слова. Они хотели свободы, и они ее получат. Идем, Фарид! Пора! У тебя на руках кровь американцев, Фарид. Конечно, Менендес. Надо увести тебя в безопасное место. Мы теряем слишком много людей. Победа не измеряется в потерях, Фарид. Фарид, ты там как? Нас попали! Мы падаем! Для нее важнее успехи. Вот черт! Твою мать! Я черт!
Отгоните от меня! Ты знал, что я буду здесь. Кто меня предал? Ты зря теряешь время, чертов ублюдок! Ты ни хрена от меня не добьешься! Что? Это все, на что ты способен? Парит! Убей его. А, так и есть. Убей меня, ботаник. Что-то не так, Фарид. Ты бесхребетный кусок дерьма. Заставляешь других делать за тебя грязную работу. Какой ты после этого мужчина? Докажи мне свою преданность, Фарид. Давай уже, ботаник. Делай свою работу. Давай, Фарид. Парень, сделай это. Давай. Или яиц нет меня пристрелить. Давай, ботаник. Ну же. Фарид. Шектор. Харпер мертв. Я. Тебе не было выбора. Менендес направляется в цитадель, откуда сможет видеть весь город. Надо перевести Фарида на Обаму. Выдвигаемся. Давай. Вперед. Салазар. Сбито много орлов. Нужна эвакуация из точки Спарроу. Кракен, мне нужен контроль над эскадрой дронов для захвата Менендеса. Отправляем вам код. Дроны перепрограммированы. Наведение дрона на цель. Ручное управление. Экранное прицеливание запущено. Займи позицию повыше. На улице мясорубка. Кракен, без дронов нас некому будет прикрывать при наступлении. Отправляем к вам вертолет с группой сдерживания. Они десантируются у моста и выйдут на связь. Ясно. Конец связи. Спасибо, Дэвид. Помоги мне найти новый мир. У нас наготове 1000 дронов, готовых к запуску по моему приказу. Если Россия или силы самообороны что-нибудь затеют, знаете,
Министр Петреус, армия наготове. Последний раз боеготовность третьего уровня объявлял министр Рамсфелд почти 25 лет назад. Знаю. В тот день я лично возглавил патруль. Делай все возможное. Я буду на мостике. Мне уже не 10 лет. Но можешь попробовать повторить свои фокусы. Богатство греха, мы за него поплатимся. Вот ведь самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками. Ее отняли у меня. Ты уже знаешь, каково это? Склад сожгли ради выплаты по страховке. 11 тысяч долларов. Вот во сколько оценили ее жизнь. Она была смыслом моей жизни, ну а ты, Дэвид, ради чего живешь ты? Ради меня? Эйнштейн как-то сказал, анархия-капитализм является истинным корнем зла. Твой отец и эти люди отняли у меня Жозефину. И вот, супаесту морту, твой отец мертв. А эти люди... обречены. Да, продолжайте, адмирал Брикс. Надо разобраться. В воздушное пространство Обамы вошел пассажирский самолет. Стоп, это птицы? Я образовал законы Стронги среди этих дикарей. На нас напали. На нас напали! Но их тут сотни. Мы только что потеряли видеосвязь с камерой допроса. Следите за Менендесом. Встретимся на мостике. Если он шевельнется, убить его. Понял? На Обаму напали. Из этой комнаты никого не выпускать. Ты знаешь, что я тебя не убью, Дэвид. Но если не бросишь оружие, я убью твоего друга. 5 секунд на решение. Как ты... Надевай. Повернись.
Менендес сбежал. Что? Наемники начали воздушный штурм флота. Они проникли на борт Обамы. Они используют стелс-технологии. Мы заняли только 10% их... Нам нужны тяжелые орудия из арсенала. Они убили охранников Менендеса. Берите все, что нужно. Менендес один бы не справился. У него и тут есть люди. Надо сосредоточиться на контроле над Обамой. Готов? Вперед! Давайте! Он ранен! Надо ему помочь! Это же Выдвигайтесь! Салазар, спускайся вниз, охраняй Брикса. Ясно. Закрыть двери серверной. Никого не впускать, не выпускать. Скоро все закончится. Удачи, сектор. И тебе, Сал. Нужно пробить себе дорогу к мостику. За мной. Турели просто рвут нас. Техники обнаружили места терминала радиосвязи, которые управляют орудием. Используют, чтобы отключить орудие от основной сети. Ясно. Наглухо заблокирован. Пытаемся наладить связи с сервером. Эволюция делалась намного быстрее этого дыма. Менендес всегда на шаг впереди нас. Мы должны его найти. Отправляйся в комнату охраны. Техники должны вот-вот подключить камеры. Уже в пути. С системой безопасности. Через пару минут мы их включим. Мне нужно прорезать эту стену немедленно. Я потерял связь с адмиралом Бриксом. Он может быть в опасности. Мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса.
Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Это лучше, чем сейчас, когда она истребляется. Делай! Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Менендес. Брикс сейчас перезагружает все системы. Пытается вернуть контроль над защитой. А Салазар? Там же. Рядом с Бриксом. Членосос! Я сдамся, когда все закончится. Парень, я увижу твой труп еще до того, как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менендес. Не убивай его. Выстрели в ногу. Ты сказал, без ненужных смертей. Я сам решаю, что и когда нужно. Шевелись, твою мать. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Проверь раненых. Задумал. Менендес пронес набор целлериевый чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть спутников, управляющие все эскадры дронов США. Мы должны сообщить Пентагон. Брикс мертв. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутниками. Сектор, это команда службы безопасности Эпсилон. Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пара секунд не хватило, сэр. Ты нас предал, Салазар. Сегодня трудный день, сектор. Но завтра мы все победим. Все. Вывести его. Я иду за Менендесом.
Дэвид Мейсон. Система обороны под угрозой. Готовимся к эвакуации. Покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Наши дроны на весь земной шар. Президент. Командор, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны. Они меняют курс. Лос-Анджелес. Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Вот жопа! Вот жопа! Сэр, вот я не жопа! Смогу помочь, если не успокоитесь. Сохраняйте спокойствие. Меня кровь я идет! Дам вам обезболивающее. Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование Нурат отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендеса. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Вот срань!
Андерсон. Отвечаю на сигнал бедствия. Жду приказов. Андерсон, мы направляемся к убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Агент Сэмюэлс, другие машины конвоя на ходу? Вряд ли мы сможем до них добраться. Тут повсюду наемники. Что нам делать? Достать туда президента, а я вас прикрою. Надо торопиться. Снайперы ведут обстрел с перехода. Сектор, прикрой нас! Срочно! Нам конец, если не убрать снайперов с перехода! Ну где же ты? Нам тут нужна помощь! Чисто! По машинам! Твою мать! Контакту инимигу! Выясните, что с другими конвоями! Задние машины свернули, как только в нас попали! Министр обороны Петреус в безопасности! Молодцы, ребята! Для Лион! Конвою нельзя останавливаться! Пересадите президента в среднюю машину! Будем драться за каждый метр! Синий маршрут свободен. Перегруппируемся по дороге. У нас РПГ на всех крышах. Я пытаюсь. Андерсон! Ну же, блин! Вот гадина! Меня подбили. Но я в порядке. Черт! Come on.
Твою мать, Андерсон, в нее попали. Не знаю, насколько серьезно. Андерсон, спасите ее. Проследите, чтобы выжила. Поддержку с воздуха. Отслеживаю ваше положение. Держитесь! Атаку уничтожил большую часть территории. Проклятие! Налево! Давай налево! Блин! Храбрый был поступок, солдат. Мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению... Дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории... Примерно за 10 минут до времени Че. О, господи, а как же Китай? Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг... В такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент. Да поможет нам Бог. Все в порядке, сектор. Будь чист.
Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. По поддержке 1, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, сотое здание. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции смотрим. Проходим на цел снабжения. Противник там внешне камуфляж. Наверху вражеские стрелки. Oh!
впереди! Основная группа обнаружила источник сигнала. Группа 1, доложите обстановку! Установлен периметр по зонам здания! Группа 1, переключайтесь на центральный пункт. Территорию надо изолировать! Консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас онлайн. Расскажи ты грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскроешь систему? Они думали, что я хочу убить президента. Мы в жопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Каково это? Дронами управляют не с Гаити. Что? Сэр, мы больше ничего сегодня не можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. Люди живут в абсолютной нищете, страдая. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились своих военных. Он вызвал самоуничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардис Дей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него забрали форму. Не трогайте меня. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это не надо. Он пытается уничтожить от тебя внимание. Я стану мучеником за Кордис Ди.
Не входи! Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где ты, твою мать, ошивался 30 лет? Это видео запустится, когда меня убьют. Кордис Дей, хватит ждать и таиться. Моя смерть рассеет вездесущую тьму. Дэвид Мейсон, сержанту Вудсу. Еще один Мейсон? О, господи, оцепить здание. Привет, парень, заходи. Господи, Фрэнк. Познакомлю кое с кем. Эл, это Дэйв. Дэйв. Как дела? Это твой отец. Как бабы. Давайте-ка дальше самостоятельно. Мне нужны сигареты. Шрам еще остался. В тот день я тобой гордился. Я упал. Да. Но потом поднялся. Okay.